Если говорить о чемпионате мира по футболу, который в России, во-первых, это событие действительно грандиозное для нашей страны. А если говорить о перспективах команды, я не верю в то, что мы можем победить. Это не потому, что там можете сказать, ой, ты не мыслишь не как патриот. Нет, я оперирую объективными фактами. Да? И если мы с трудом набираем 20 человек для того, чтобы они представляли сборную, где молодежные школы, где интернаты? У нас в Москве есть один единственный стадион, стадион «Локомотив». Остальные разобрали и не могут собрать. О каком футболе мы сейчас можем говорить? Да? Если даже взять менталитет игроков, когда у одного бывшего футболиста сборной России, я вчера по радио слышал, спросили, говорят, вот ты когда был легионером, ты был лучше или хуже? Ответ гениальный. Я был не хуже других. Вот когда наши футболисты будут говорить, а мы не хуже других, да, мы же стараемся не хуже других, вот ничего не будет происходить.